Дорогие соотечественники, хочу поздравить вас с весенним праздником Наурыз. В этом году он станет для нас с вами настоящим символом обновления и возрождения. Наступил исторический момент, когда перелом сознания происходит каждый день, каждый час в умах тысяч и тысяч людей. Мы хотим перемен. Так звучит призыв сегодняшнего казахстанца. Перемен хотят студенты и старики, предприниматели и рабочие, учителя и полицейские. К переменам готовится сама природа. Казахстан долгие годы спал под покровом гражданского невежества и страха. Годами преступный режим Нурсултана Назарбаева притуплял сознание масс государственной пропагандой и насилием. Мы перестали отвечать за свою страну. И это привело к тому, что Казахстан стал отсталым полицейским режимом, где забыли, что такое гуманизм и права человека. Но сейчас мы готовы меняться. Каждый день мы слышим сотни новых голосов из народа. Один за другим наши с вами голоса наполняют силой народное движение. Мы переживаем трудное время, время подлых и жестоких решений. Режим Нурсултана Назарбаева в агонии принимает все более и более беззаконные меры гражданам страны. Но мы не сломлены. Это только укрепило наш дух и решимость. Мы больше не дадим себя угнетать и обманывать. По всей стране стоит шум. Казахстанские патриоты с треском ломают многолетние оковы. Так зарождается и крепнет гражданское общество. Когда нас плечом к плечу станет сотни тысяч, режим отступит. Сейчас он дрогнул, завтра остановится, послезавтра побежит прочь. Тысячи слуг режима смогут облегченно вздохнуть и протянуть нам руку. Тысячи поймут, что они должны быть с народом. Чтобы это произошло, проявим себя сильными, доброжелательными, грамотными, ищущими справедливости соотечественниками. Нам следует проявить свою силу единства. Это наш шанс приблизить перемены, обратить друзей тех, кто стоит на стороне режима. Пусть синие и голубые цвета станут символом праздника Возрождения. Пусть простой воздушный шар придаст вам веру, что мы не одиноки. 21 и 22 марта выходите на улицы своих городов, преодолевайте трясину рабства и беззакония. Только так вы почувствуете, что сделали что-то важное для своей родины, что-то правильное, как гражданин Казахстана. И вы поймете, какое это прекрасное чувство быть хозяином своей страны, осознавать свою причастность к переменам. Демократический выбор Казахстана – это мы с вами. Это народное движение, которое сделает Казахстан сильным, успешным и справедливым государством. Пришло время перемен. Алга, Казахстан!